на льна, крупноцветкового небесная лазурь на рассаду высевают в марте, апреле, а непосредственно в открытый грунт, в конце апреля, мая. На постоянное место рассадный материал пересаживают в конце весны. Растение неприхотливо, хорошо растет при минимальном уходе. Особенно актуально смотрится в мавританском газоне. Не теряет привлекательность в смешанных и одиночных посадках. Высоту достигает около 50 см. Цветочки нежного голубого цвета, мелкие. Период цветения длится обычно с июня до конца июля. Если вносить подкормки, можно продлить этот период до конца августа. Лен крупноцветковой небесной лазури это травянистый высотой 45 см. Цветет растение в месяц июнь, июль. Окраска цветка голубая.